Всебелорусское народное собрание – знаковое событие в жизни страны, города и нашего коллектива. Наталья Николаевна, вам, как делегату, доверена миссия озвучить интересы и инициативы работников образования. Я обращаюсь к вам, как представитель педагогической общественности, с просьбой вынести на обсуждение вопрос о поднятии статуса учителя как фактора прогресса. Чтобы поддержать этот благородный труд и обеспечить ему максимальную эффективность, мы можем и должны вернуть педагогам огромное уважение, обеспечить профессии учителя высочайший престиж и статус. Это должно стать глубочайшим убеждением нашего общества и государства, неизменным на дальнейшую перспективу.